Ощущения очень хорошие, замечательные. Очень советую поехать в эту поездку. Несмотря на то, что здесь руины, есть какое-то место такое завораживающее. Организовано все очень хорошо. Спасибо вам большое. Мне очень понравились сами места, потому что я давно здесь хотел побывать, в Дубинском замке. В форте очень даже мечтал побывать. То есть ощущения очень хорошие, очень все насыщено. Продуманный маршрут. Спасибо туру. То есть я очень остался доволен. Тур пока нравится. Компания собралась веселая. Самое главное, ходим много. Тот, кто хочет получить здесь драйв, он получит, он находится, он устанет. Тот, кто хочет спокойствия, просто немножко в стороне ходит и получает то, что он хочет. Каждый получит то, что он здесь хочет. Вот и все. Несмотря на то, что мы попали сюда в такой день, когда достаточно много людей, но вот лично меня очень впечатлили вот эти деревья, да, внутри собора. Росписи просто невероятная. Получила больше, чем ожидала, потому что атмосфера, Троица, деревья, росписи, это все меня вдохновило и впечатлило. Драйв-клуб я знаю уже несколько лет, несколько раз с ними езжу, знаю Лилю и Тараса. Тарас, Лиля, привет! Мне очень понравилась поездка с клубом Драйв по турам Галичины. Всім привіт! Ми побували у замках в місті Спараш, Рубно, Кременець, Меджибош, Вишневець, відвідали Почаївську лавру, Тараканівський форт, а тепер у файному місті Тернопіль.